У нас 16 сентября 2023 год. Вот мы копаем тут на самом нашем хреновом огороде. Так мы его прозвали. Это вот здесь вот, где Павел Лапкин на территории. Вот, брат Георгий несет картошку. Ну, в этом огороде тут получше, конечно, картошка, я смотрю. Ну, не как Мариэл. У нас заповедная Мариэл. Ну, если бы я вовремя все пропал, как ты говоришь, может быть, и было бы тоже. Получилось. Нас даже поливают и шланги некоторые. А я поленился это сделал. Хорошая это. Ну, в принципе, нормальная. Картошечка хорошая. Слава Богу. Я думал, хуже будет результат. Так, Николай Георгиевич, а вы какую собираете? Слава Богу, я все. Семенную? Я собираю семенную. Ага. Вон в чем дело. Хорошо. Да. Слава Богу. Ну что? Что? Кто-то просил дать отчет по поводу опилок. А, ну давай. Будут точно. Будут ли хвощи? Проволочник. Проволочник. Как можно с уверенностью сказать, что ни проволочника, ни картошки нет в этом году. Почему нет картошки? Ну, картошка, она, видите. Но она есть. Да, Бог не дал погоды. А какая есть картошечка? А кто-то поленился, пропал очень второй раз. И все. Да не поленился, а тут времени не хватало, сил не хватало. Есть и такое, да, все вместе. А так все нормально. Тут у нас много хрена, корешков. Вон сколько пропадает добра. Знать бы, куда его сдавать, так можно было сколько уже. Ну, это далеко от Барнаула, тем более еще. Вон, везде корешки эти. Хреновые. Разросся он не по-детски, конечно. Начинает массой выдавливать нижний слой цемента. Да, тут уже скудненько. Картошку не копаем, а ищем. Ищем. Ну прости меня, виноват. Мы посадили в Алтае, она зашла на лево. Вот так вот. Виноват, каюсь. Что тут? Никакого оправдания нету. А мне кажется, вы слишком что-то много оставили этой. Сейчас семенная пойдет. А, семенная? Вот только мило сейчас. Там вот та грядка. Сколько у тебя вышло семенной? Всего 2 ведра. Ну, вот сюда рядом. Всё, я тут скашивал, триммером скашивал, вот это вот видно, что измельчил леской все в междуряде. Так скашивал, потом мельчил ее. А потом уже тут время у нас поспешает, взял косу и начал косой скашивать. Уже не стал мельчить. Он лежит, сейчас еще буду убирать эту траву. Ну вот так вот, с Божьей помощью трудимся. Слава Богу за все. Аллилуйя.